Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Игорь Че. Меня зовут Игорь, как всегда. Вот. И сейчас я вам покажу, как скачать игру, как достать до каникул олигарха. Первое дело, мы заходим в его ваш браузер. Ну, в моем случае это Яндекс. И пишем, как стать соседом. И здесь у нас есть сразу две строчки выполз. Ну, это у нас сладкое место оригинальное. И каникулы олигарх. Вот, нажмем. Игру скачать мы будем через Алавар. Ну, если это, в общем, будем через сайт Алавар скачивать, да, все бесплатные игры есть. Ну, чтобы в поиске, кстати, не вводить, Я, кстати, могу ссылку вам оставить в описании, вот. Если вам нужно будет, вот. Если что. Так. И первое дело мы, мы нажимаем скачать игру, Так, нажимаем. Вот, если загрузка, В общем, вот у нас игра скачалась. Так, если я эту колду. Так, прикидываем мы его на рабочий стол. Вот. Так. Давайте мы нажмем вот. Нажимаем, да. Копирование файлов. Ну, у нас пока что. Игра она сразу не устанется, да, потому что, наверное, сейчас пока распаковывается. Ну, не важно, как у вас будет, вот. Так. Вот как раз вот сейчас давайте мы отчество придем. Нажимаем далее. Я затасываю путь, на всякий случай. Если у вас что-то не заработает, ваши пути, которые вы указали. Вот. Мы установим в эту папку. Я установила, вы куда хотите устанавливаете. Новый браузер о том. Я его не использую, Поэтому можете ставить галочки. Эту галочку вот. И ждем на время где-то. Вот эти 20%. Особо в некоторых установщиках Алавар, в принципе, там предлагают сайт Яндекс там компоненты, это сейчас, достаточно в новых установщиках, в обновленных. То есть предлагают уже Атом, кстати, я так сразу еще в старых там установщиках выходила. Такое, установить там. Многие отказывались, а многим нужно было скачать Яндекс Паузе. Вот. Ждем мы некоторое время, Я пока что сейчас поставлю на паузу, пока у меня останавливается, потом продолжим. Так, игра, она у нас почти осталась, вот уже появился ярлык игры. Вот, если что, вот.
Так, я сейчас покажу, что нужно делать, ну, как бы, дальше. Вот. У нас ярлык создается, как бы, ну, ждем примерно некоторое время. Так, у нас игра установилась, в общем, вот у вас ярлык появился. Этот файл нам уже как бы не понадобится, можно его как бы удалить. Так, очищаем корзину, в общем, тут, ну, в общем, вот игра Алава, точнее, вот. Я немножко не так произнес, извиняюсь, в общем. Алава, короче. У вас такая иконка, представьте, это вот как раз у вас видео про тот сайт, где вы скачали игру. Можете, ну, оставить, можете удалить этот ярлык, но я его удалю, пока что не буду. Так, свойства, что можете что-то посмотреть, это все хорошо, ну, совместимость, такое, если... Ну, ярлыка, точнее, в общем. Так. А в таком случае мы сейчас нажмем играть сейчас, ну, это как бы бесплатно, у нас тут есть полчаса игры, как бы, ну, типа, то есть, потому что, ну, как бы, игра, она не активирована вообще, вот. Ну, мы можем прямо сейчас начать играть, в общем, ну. И, как бы, если, вот, допустим, вот, вы играете, там, прошло... с момента запуска где-то полчаса, типа вот 30 минут, у вас игра вылетает, потому что у вас вышло время. Ну, чтобы, как бы, чтобы сразу, как бы, ну, в общем, чтобы, как бы, активировать эту игру, то мы заходим в браузер, ну, вообще, ну, любой, как бы, вот. Заходите, опять же, на тот сайт, где вы скачали игру. Возвращаемся на страницу, нажимаем ключ к игре, ну, либо здесь, типа, как бы убрать ограничения. Вот. А вы можете воспользоваться страной России, ну, неважно, Украина, ну, то есть, как бы, это, как бы, ну, Россия, там, плюс 7, разные, можете посмотреть страны. Номер вашего телефона будете и нажимать на кнопочку «Подтвердить». Также есть электронные деньги, банковские карты. Ну, в общем, он стоит как бы 168 рублей, через карту тут. Какие способы оплаты, ну, то есть есть, типа, там, как бы, киви, там, ну, то есть электронные деньги, там, допустим, не знаю. Если тут киви, ну, не важно. Также есть служба поддержки, вы можете вот тут ознакомиться, вот здесь это ключевые. Вот в интернете здесь тоже есть, вот как раз есть кибер, кошелек, в общем, есть местные способы. Вот, телефон, это тоже самое, можете вот как раз Сбербанк. Вот. Ну, и как бы ключ он как раз стоит как бы 168 рублей, но давайте посмотрим, как у нас работает игра.
вот наша игра как бы соседа каникула олигарха. Вот можно как бы убрать звук. И музыку тоже убавим. Можно ее даже вообще выключить, если а самое низкое снизить. А переходим мы к уровням. И вот, давайте мы запустим игру. Там был видеоролик, но смотреть мы его не будем. Вот у нас как бы все работает. Так, возьмем мы гибкую ленту, строительную пену, а и скотч тоже он тут есть. Вот. Можно, например, то есть сломать микроволновку. И также можно и здесь вот эту вот, ну как бы вот, сюда как бы. Так. Вот. И также есть, как бы, вот вы можете попасться. Вот, в общем. Вот, теперь вот, смотрите, у вас как раз уменьшилось, в общем, вот, как раз. 28 минут игралось, вот как раз вот у нас как бы снизилось 2 минуты свободных, вот. Как раз именно когда вы будете за все время играть, у вас будет как бы уменьшаться, вот. Закрываем. Нас перекидывают на еще другие игры, вот. Допустим, можно темный досье скачать и еще другие игры. Так. А теперь я вам расскажу, как удалить игру. Так, удаляем мы иконку игр лава. Также мы заходим в пуск, панель управления. Просто как бы панель управления. Ну, программа компонент уже зайти. И здесь мы ищем, как достать. Подождите. Как достать соседа Руслан, давайте подскажем соседа. Вот. А вот, издатель Алава, кстати, потому что-то. Вот установлена вот ваша дата. Вот. Жмем, вот выбираем вот эту вот игру. И нажимаем удалить. Нас спрашивают, как бы нажимаем «Да». Внимание, если вы устанавливали баузер Atom, типа Smail.ru, типа, ну, этот, это точнее баузер Atom, он как бы установлен как из сайта Mail.ru через «Ночь головах». Если вы собираетесь удалить игру, то только удалится игра. Она как бы, а то, что вот установщик, как бы, если вы устанавливаете вместе с баузером Atom, то он как бы не удалится при удалении самой игры, придется как бы отдельно как бы его удалять. Нажмем удалить. Ждем некоторое время, нажмем закрыть. Закрываем управление. И на этом все. Если как бы вам как бы нужны другие вопросы какие-нибудь, то пишите в комментарии. И всем удачи, и всем пока. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь с видео с друзьями. Всем пока.